Постскриптум. Александр Николаевич Инфиногенов, 37 лет, драматург. 4 июля 1941 года. Для меня это последняя ступень жизни. Не знаю, в какой из дней она оборвется и где встречу я смерть, но я ее встречу. Это я знаю и к этому готов. Те, кто уцелеет и будет жить после нас, какими словами они опишут величайшую битву народов, в которой отдельная жизнь значит так мало, что ее не рассмотреть ни в какую лупу. Миллионы погибнут, но миллионы и выживут. И спасшиеся будут жить в новом мире, без войн. Какая тогда будет жизнь? Как будут править миром? Какие интересы и желания возникнут у нового поколения людей? Все это интересно, но все это уже мимо меня и не во мне. Во мне лишь одно ощущение – полного покоя перед лицом событий.